Доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, у вас хорошее настроение, прекрасное утро. Сегодня я, Инстапапа, и, естественно, Денис Мрачковский, студия «Вкуса Лофт», готовим для вас завтрак. Садитесь поудобнее, запоминайте, что мы делаем. А на самом деле мы сегодня приготовим то блюдо, которое зарегистрировано, самое первое видео, которое было приготовлено непосредственно на публику. Мы приготовим омлет. Оба-на, погнали. Так, для этого нам потребуется 3 яйца, молоко, то есть в пропорции молока, то есть есть золотое правило. Одно яйцо, 15 грамм молока. 15 грамм – это столовая ложка. Сделаем с ветчиной и сыром, как бы, и зеленью. Я предлагаю нарубить ветчину, зелень. Все, окей, шеф. Сыр можно тоже маленький, чтобы быстрее приготовиться. Есть какое-то, например, принципиальное, полосочкой режем ветчину или кубиками, как? Ну, я скажу так, каждый сам шеф на своей кухне, как тебе вкуснее, как ты видишь, так и режешь. Но единственное, чем мельче мы и тоньше режем, тем это вероятность того, что это лучше прогреется, прожарится, это будет вкуснее. Как бы. Итак, 3 яйца, 3 столовые ложки молока, щепотка соли. Отлично. Немножко перчика. Все это перемешиваем и обжариваем на сковороде по классике смесь растительного и сливочного масла. Ну да, чтобы не пригорало. Кто смотрел предыдущие наши эфиры, все должны знать. Не забывайте добавлять растительное масло. Иначе сливочное даст вам небольшой огарок. Так, у меня, шеф, все готово. Все, у меня тоже все готово. Я заливаю нашу яичную смесь. Сейчас предлагаю все это равномерно распределить по сковороде. Так, скажешь, когда засыпать? Ну, можно сейчас. Вот начало схватываться. Предлагаю сейчас, чтобы даже маленько внутрь это все дело попало. Так, раз. Вот, ребят, не стесняйтесь вот так вот, нажористо. Как говорится, позавтракаешь, так и в день проведешь. Ну, это я так думаю. Ну, у меня, по крайней мере, так. Если я хорошо позавтракал, значит, все в порядке. Идем дальше. Я скажу, у нас порция как раз получится либо на одного, как я или как ты, либо, в принципе, если аппетиты поменьше, то можно на двоих, в принципе, вполне очень. Очень достойно, да. Как говорят, завтрак ешь сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу. Хотя я ужинать очень тоже люблю, на самом деле. Никогда врагу не отдавал. Ну, ничего отдавать не будем, будем все съедать сами. Да, будем есть правильно. Так, сколько, во время жарки можно чуть-чуть. Извини, шеф, перебью, да. Сколько примерно готовится это блюдо? А готовится, ну, если все заранее порезать, приготовим это за 3 минуты. О, какой у нас блин хороший получается. Я вот, кстати, раньше, когда омлет готовил, я никогда его не сворачивал. А в ресторанах часто я замечаю, что его сворачивают. Это именно, наверное, ваша поварская такая хитрость, да? Ну, здесь не только поварская хитрость. Здесь, чтобы не было разочарования, я пришел за омлет 200 рублей отдал, и мне просто подали домашний омлет. А-а-а. Так, ну все, омлет готов. Будем его, так сказать, пробовать. Сейчас принесу, шеф. Вот это? А, все, зря убежал. Вон та большая? Вот это? Вот это тарелка. Ну да. Выкладываем. Так, выкладываем наш омлет. Немного зелени. Ну, пробуем. Ребята, омлет готов. Очень просто, быстро, вкусно. Всем приятного аппетита, а мы с шефом будем пробовать. Ну, как говорил, что не обязательно так зачаряться, то есть можно просто его накрыть крышкой, и будет вкусно. Денис, приятного аппетита. Приятно. Чуть вилкой не ткнул в экран. Во! Ну, тебе понравилось? Это очень вкусно. Он руку вроде поднял. Нет. Что-то не так? Нет. Ну, все норм? Все норм. Ребят, просто, быстро, нажористо и по-мужски. Ну и для женщин ты всегда можешь, кстати, мы об этом не говорили, ты всегда можешь даму сердца удивить. Согласен. Ребят, спасибо, что посмотрели. Пробуйте, готовьте, экспериментируйте. Всем здоровья. Да.